Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено боксу абсолютно без вложений. Клик стаю. Я проверила этот бокс на вывод. Все замечательно. Бокс платит. Значит, у меня скриншот сделан. Я вчера ставила на вывод. Значит, $2. Минимальный вывод. Первый, друзья, минимальный вывод $2. Здесь вывод идет по нарастающей. Сейчас вам все покажу. Значит, вот Payr, мой кошелек. Значит, максимум отсюда можно вывести 7,50. Я оставила $2. И здесь вот они берут комиссию 5% плюс 0,25%. Итого у меня на вывод $1.67. Вот такая форма появляется. Нажимаем Submit и выводим денежку. Значит, переходим на почту. $1.67. Это мне было 2 часа назад. Вывод пришел. Честно говоря, я не ожидала, что он так быстро придет, потому что там я читала, вывод идет от 5 до 10 дней, что ли, как-то так. Вот, вчера поставила, сегодня вот уже пришел. И комментарий. Вот дата 14.12. Комментарий. Payment from ClickStayu. Идем на Payr. Дата операции 14 декабря. Перевод выполнен. Сумма получения $1.67. И комментарий опять ClickStayu. Так, ну с этим разобрались. Бокс платит. Даже сейчас иду. Что у нас? Vendor of History. Сейчас загрузится. И все. Вот мой вывод 14 декабря. И комплект выплачено. Так, ну как просматривать рекламку, я показывала в прошлом видео. Я, друзья, работаю только от VIF ADS. Больше здесь очень много заработка. Это уже на ваше усмотрение. Хотите, зарабатывайте. И вот еще здесь. Я так вот только вот здесь зарабатываю. VIF ADS на просмотре рекламки. И что? Хотела показать то, что по нарастающей. Самое главное. Так, upgrade аккаунт. Сейчас загрузится. Ну, реклама моя. Секундочку, сейчас рекламку закрою. Так, upgrade аккаунт. Вот стандарт. Это мы без вложения. Вот эти все по желанию. Здесь очень, конечно, с $50 апгрейд делать. Дороговато. Значит, смотрите. Так. Минимум виндрав. Смотрите, вот на стандартном здесь вот написано. Так, вот клик стандарт. Первый вывод $2. Далее по нарастающей $3, 4, 5, 6. И максимум 7,50 можно отсюда вывести. И вот здесь я вот как бы посмотрела Windrav Time. Как я, это я так поняла, что вывод идет 10 дней и процесс 5 дней. Вот. И я так уже ориентировалась от 5 до 10 дней на вывод. Вот, ну, как видно, пришел вывод очень быстро. Вот. Ну, это, в принципе, все, что я хотела вам сказать, показать. Ну, партнерская ссылочка находится в баннере. Где написан баннер ADS. Вот здесь вот баннер. И находится партнерская ссылочка наша. Вот она, баннер. Ну, здесь баннеры. Один, второй баннер, третий, четвертый. Вот, все замечательно. Бокс платит. Кому интересно, пользуйтесь. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.